Здравствуйте, меня зовут Ионова Екатерина Николаевна, и я хочу сказать. Мы проживаем в поселке Средняя Ахтуба по улице Ломоносова, 15. Я проживаю с маленьким ребенком. Дело в том, что у нас нет отопления должного, за которое мы платим немалые суммы, 2400 ежемесячно, круглый год. Дома 18 градусов, в моей квартире угловой, хотя там должно минимум 20 быть. Это минимум. Дом стоит на грунтовых водах, он просто рухнет. В дома идет плесень из-за воды, которая стоит в подвале. Мой ребенок этим всем дышит. У всех в дома есть дети маленькие. Мы боимся просто, что мы рухнем на людей. Обращались и в жилищную инспекцию города Волгограда, и Волжского, и в нашу администрацию неоднократно обращались, и к нашим управляющим компаниям, которым мы платим деньги за ремонт и содержание жилья, которым не оказывается должным образом. Никто ничего. Мы стоим, находимся в центре Средней Ахтубы, находится, все это видится администрацией, все депутаты, все это видится, все праздники проходят, все видится, но никто не предпринимает никаких мер. Нам обещают капитальный ремонт в 2027 году. Мы платим ежемесячно по 1300, я лично плачу, ну, за трехкомнатную квартиру, где у меня прописан один человек. Не знаю, как платят другие. Обещаю в 2027, но мы боимся, что мы просто не доживем, просто рухнем и убьем людей, и сами погибнем. Крыша, весь сайдинг послетел, крыша гнилая, все протекает, и мы просто очень просим, чтобы кто-то обратил внимание, какие-то власти, на нашу ситуацию и как-то нам помог хотя бы признать дом аварийным, чтобы мы встали на очередь на получение нового жилья, потому что у нас и дети, и им тоже нужно где-то будет жить. Помогите нам, пожалуйста.